Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня в этом коротком видео я хочу вкратце рассказать о трех причинах, почему жизненно необходимо соблюдать на своих огородах севообороты. Раньше, в древности, люди много лет выращивали на одном участке, затем истощалась почва, ухудшались урожаи, они переходили на другой участок, у них имелась возможность заменить. Мы же огороды заменить не можем. И выход единственный – это соблюдать в пределах одного огорода севооборот, то есть высаживание разных растений каждый год на разных участках нашего огорода. Конечно же, вы знаете важность севооборотов, но я именно хочу рассказать три причины. Мы как бы знаем, что надо, а почему и для чего это сделать, на самом деле знают немногие. Первая причина, почему это делать необходимо, это, как известно, все растения, кроме того, что берут из почвы питание, они еще и в почву выделяют то же самое органические соединения, которые им жизненно необходимы. В прикорневом слое эти органические соединения помогают перерабатывать минеральные органические вещества из почвы в форму, которую растение может усвоить. И потом уже растение получает питание из почвы. Но, друзья, я вам скажу, что вот этих органических веществ растения за период вегетации выделяет до 10% от своей массы. Предположим, если это высокорослый томат весом 5-7 кг, вот в почву это растение выделит 500-700 грамм органических соединений. Вся сложность и проблема в том, что если на следующий год мы опять будем садить томат сюда же, на это место, то вот эти выделения, которые в почве остаются после произрастания в прошлом сезоне, они для томата в следующем году будут токсичными. И это плохо уже влияет на произрастание, на переработку минеральных питательных элементов растениям. Поэтому это очень вредно. В то же время для другого растения, которое мы высадим следом за томатом, ну, непосленовым, это эти выделения от томата, оставшиеся в почве, они токсичными не будут. Это одна из важных причин, почему на место томата нельзя томат возвращать. Ну и вообще посленовое, перцы, баклажаны и так далее. Вторая причина. Высаживая на одном месте из года в год одни и те же растения одного и того же семейства, предположим, посленовые за посленовым или тыквенные за тыквенными, крестоцветные за крестоцветными, ну и так далее. Не буду перечислять, все вы это все знаете, конечно же. Ухудшается фитосанитарное состояние почвы. Что это значит? К сожалению, и точнее, к счастью, к большому нашему счастью, одному виду растений в основном соответствуют одни и те же болезни и одни и те же вредители поражают. Допустим, посленовые поражают одни виды болезней и вредителей. Крестоцветные поражают совершенно другие болезни и вредители. Есть небольшая группа вредителей, конечно, которые не смотрят, какого вида растения, они пожирают все. Это, к примеру, белокрылка та же, которая может быть абсолютно, это тля, но, к счастью, таких вредителей не очень много. Поэтому очень важно не накапливать, выращивая на одном месте из года в год, вот эти патогены все и вредители, чтобы накапливались, потому что им и уходить никуда не надо. Они спокойно перезимовали, и тут же им питание уже на следующий год мы на блюдечке преподносим. Поэтому убираем растения этого вида куда-нибудь подальше. Пусть эти вредители и болезни ищут питание, но они не найдут для себя. И они погибнут, в конце концов. Через 3-4 года, пока мы возвратим эту культуру на это же место, на котором выращивали, предположим, томаты, эти возбудители все уже пропадут. И третья причина, очень, на мой взгляд, тоже важная. Это необходимо понимать, что растения одного и того же вида в основном поглощают одни и те же питательные элементы из почвы. То есть, предположим, ну, опять уже про посленовые скажу, помидоры, перцы, баклажаны, они в основном вытаскивают питательные элементы, свойственные этому семейству. И не затрагивают некоторые другие, которые, возможно, нужны капусте, крестоцветным. А высадив на следующий год капусту, капуста найдет для себя питание. В то время как после посленовых высаживаем посленовые, а уже в том году, которые росли посленовые, они уже выбрали все свойственное питание для этого вида. И следующая посадка посленовых, она уже не находит для себя. И так из года в год почва просто становится бедной.
по питанию именно для этого вида. Друзья, немножко может быть запутано, но я думаю, общую мысль я довел. Возвращая же какой-то на это место другой вид, мы обеспечиваем его питание без дополнительного внесения питания уже искусственным способом. Потому что для капусты после помидоров питание остается, оно помидорами не тронуто. И очень хорошие результаты показывали такие. Это были исследования, это были наблюдения и научно-исследовательских. Это не просто слова, как бы все это подтверждено. Поэтому вот три основных причины, которые позволят нам в следующем году без лишнего внесения питания в почву, без лишних обработок от вредителей и болезней получать хороший стабильный урожай на здоровых растениях. Конечно же, это не гарантия того, что растения не заболеют, это не гарантия того, что не нападут вредители, но все это будет намного меньше. Размеры поражения будут намного меньше, а соответственно, если меньше размеры поражения, то и меньше нам придется потом применять какие-то препараты при борьбе с вот этими проблемами. Вот, друзья, на этом я, пожалуй, закончу свое короткое видео. Почему снимаю именно сейчас? Пришла осень, и мы будем планировать уже на будущий год, на будущий сезон, где что высаживать. И я просто хотел поделиться с вами вот этой информацией. Я думаю, сейчас самое время подумать о том, что и где вы будете размещать на своем участке в следующем сезоне. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому видео было интересным или просто понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.